Итак, мы продолжаем проходить Dying Light 2 Stay Human. Мы остановились вчера на чем-то очень интересном. Нам надо сбежать. Что мы сейчас и сделаем? Мы побежим. Так, сейчас мужики отсюда выйдут. Я побежал. Не догоните меня, не догоните. Баллон. Ай! Нет! О! Упал! Черт! Интересно, они за мной тоже вплавь ринутся? Я не туда поплыл. Сейчас глотну воздуха. Нырну. Попасть в Виллидор. По огородам, по этим окаленным путям мы пойдем в тот город надежды. А, вот. Нашел. Тут нечего лутать. Опа. Вынырнули, вынырнули. Блин, больно. Меня глючит, меня прет. Так. Тут какие-то типы сейчас будут, да? Ничего не пойму, откуда я пришел? А, отсюда пришел, да? Я обратно иду, да? А, зараза. Че, он мачету не достал? В прошлый раз он сам ее достал. Ой-ой-ой, больно-больно. Что происходит? Аж на жопу сел. Вот эти монетки, зачем мне нужны они? Это гульден, обычный метальный предмет. Бросьте, чтобы создать шум и привлечь внимание врагов. Ну ладно, пусть повисит пока. О-о-о. Изменить. Вверх, древо, пустая ячейка. Мне надо как-то починить ее. Это вообще снять отсюда. Нет, я пока не буду выкидывать. Мы просто заменим. На что-то более стоящее. До того у меня тут ничего нет. Это что, ключ доступа в ЭГМ, инструмент ночного бегуна. Тут все позаблокировано. СТПшечки, что-то есть в рюкзаке. Редкий трофей зараженного. Редкие ресурсы. Так, есть... подсказки, вещи, ремесло, дневник. Побочных нету. Бежим дальше. Не теряем времени. Все. Получено достижение в неизвестность. Ачивочки надо тоже получать, кстати. Желательно получать. Что происходит? Тут какой-то косяк, мне кажется.
Кому-то херовато надо вызвать скорую помощь. Иначе нам плохо. Иначе мы подохнем здесь. Мужики, помогите, а? Это кто, бля, такой? Сам ты кто такой? Он без биомаркера. Что? Блядь. Он превращается. Вали его, живо! Нет, повесьте его. Посмотрим, как будет подыхать этот ублюдок. Не-не-не, что ты? Взять его, взять! Сука, за что? Сдохни, мразь! Эй, надо меня вешать! Хуя, пёс! Бедная душа! Может быть, проще так ему и надо! Они меня хотят повесить, суки. Оставьте его в покое! Как он? Он превращается! Чего вы взяли? Может, он просто чихает? О, здорово, мужик. Его нужно убить! Он со мной, ясно? Я же велел тебе никуда не ходить без меня. Ты что, забыл? Ты кто такой? Ты кто такой? Я знаю, из 13-го района, мужик. Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Быстрее давай! Тащи их сюда! А, твою же мать! Ну ты и сволочь, вот скотина! Не прикасайтесь ко мне! Оу! Плюха прилетела жестко. Еще одно достижение. Первая доза. Меня связали. О-ля-ля! Какая короля! Он шевелится. Хакон? Хакон! Убей его, Хакон! Убей его, пока я его не убила! Хакон, дружище, не убивай меня, пожалуйста. Дыши! Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова... Развяжи меня. Ты чуть не превратился, я, но ультрафиолетовые ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Знакомая рожа. Так и мы оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Потише, кралик. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю... Куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер? Следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него... Выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, ванну его искупать? А, вот это было. Неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот. Твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем.
Так, идем. Следовать. Лутать ним. Какая штука интересная там. А этот флаг мне знаком. Или не знаком, где-то я увидел. А тут мило. Оля. Не будь как дома. Чикабу. Нам не нужен еще один жилец. Особенно такой, который может ограбить нас во сне. Не все пилигримы преступники. Угу. У вас здесь отличная мастерская. Собираете уфешки, верно? Ага. Тебе здесь не место. Хакон подставляет наши задницы. Задницы? Ты оглох. Ты должен был уйти с Хаконом. Какая у тебя задница? Прости, я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. Я Яна. Эйден, что это за место? Очень приятно. Наш дом. Наша мастерская. Можно сказать, весь наш мир. Ты приветливее, чем она. Эй! Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой. Ну, мне нечего терять с вами, я пошел. Вау, о-ля-ля. Неплохо. Какой город? Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре, за свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль, единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее, как портал в ебучую Вальгалу. Пройти почти невозможно. В этом я профи. Где туннель? Не так быстро, ковбой. Без биомаркера далеко не уйдешь. Ты угроза для всех. А ты уже видел, как жители Велидора реагируют на угрозы. Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь. Но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Я тут немножко отвлекся. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Очень приятно. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Что за крики такие страшные? Добро пожаловать в рай. Кого-то расфальцевали, походу, там уже. Ты куда побежал? Стой! Может, что-то залут... Сюда! Неизвестное место. Иду, подожди. Сейчас. Оу, вот они все зараженные, все внизу, а мы по крышам будем скакать, голубей гонять. Я иду, братиш. Как ты так прыгнул? Я тоже так хочу. О! А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Да, ну. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список. О, и закрыли мой фирм. Лаванда. И я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Спрятаться. Просто по дороге будем облутывать все. Давай! Как туда забрался? Ай, блядь. А, выносливость кончается. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь.
Дай руку, лестницу. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Ну и все, я здесь. Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. О, лутация — это мое второе призвание. Роща на крышах. Так, там можно найти лекарства, путешествуя по Велидору, рощи на крышах. И можно попасться оружием. Понял, принял. Опасность. Ромашки. Это все в таких местах люди многое прячут. Если не успевают донести до убежища завтра. Мне понадобятся все ресурсы, которые тут есть. С ноги просто так открыл. Ух ты. Что это? Самородок. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Ты меня заинтересовал, заинтриговал прям. Можно вниз прыгнуть, да? И надрать жопу вон тем вон расфальцованным. Так, что-то тут еще есть. Перья. Все, ничего не пропустил. Погнали. Живая мертвая девочка. Искусственный коллекционный предмет. Я иду. По крышам бегать, голубей гонять. Давай, давай. Да бегу, бегу. Я не такой быстрый, как ты. Стой! Значит, у вас армия есть? Это миротворцы. Они с людьми также. Миротворцы? Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Клан Солдафонов. Я буду с ними осторожен. Расскажи мне о них. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Таков путь, бро. По пути сюда я встречал крутых парней, которые говорили о новом порядке. Но, кажется, я уже слышал о таком дерьме. Да, здесь то же самое. И миротворцы становятся все хуже. Ну все, я буду с ними осторожен. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Че, уснул?
задумался. Так, я вижу тот парашют. Парашют. Я иду. Во-во-во. Потом с вами разберусь. Вау, еле успел. Этого персонажа явно надо прокачивать. Так. Почти пришли. Надеюсь, все обойдется без сюрпризов. Надеюсь, я на это тоже. Там что-то есть, ну, типа люк какой-то. Вот-вот проснуться. Быстрее, открывай ящик. Ящик! Открой ящик, маэстро! Да сейчас, подожди, не торопи. За это мы получим биомаркер. Блять. Тю-тю. Воры. Конечно. Постой. Нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. От ученого ВГМ тебе лучше не знать. Ну, я думаю, рассказать лучше ему. Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц. Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь, больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? Фига, такие глазенки у него. Блять, опоздали. План Б, бежим. Конечно, ват стояли, катали. Надо сваливать отсюда. Что с ними происходит? Это бешеные. Еще и меня тут поддергивает. Эйден, ты здесь? Все в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. А чё мы пошли без него? У нас получится. Со мной, быстро. Без ультрафиолета пошли. Ты чё, блин? Уф-свет. Уф-свет — это символ безопасности ночью. Это единственная гарантированная защита от зараженных, поэтому ищите его, если вас преследуют. Чтобы использовать чутьё выжившего и отыскать ближайший источник уф-света ночью, удерживайте Q и отметьте объект значком. Вон он. Я вижу его. Все, надо сваливать. Бегу. Быстрее. Подожди, далеко не убегай. А то меня расфальцуют тут они сейчас. Сюда, к свету. Бегу, друг, бегу. Ты слышишь? Ужасный, да, звук. Немного. Открывай! Эй! Открой эту чертову дверь! Стой на свету! Хакон, мне страшно. Хакон, крикун близко. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок. Правильно подметил. Открывай! Там дресс-код жесткий. Оу, еще свет выключили. Сейчас будет весело. Ах ты кусок. Нет времени! Бежим! What the fuck? Оу, воу! Да блин! Какого хрена? Быстрее! Нас почти догнали! Бегу! Бегу!
И все больше. Ты что, застрял? Тут не багуй мне. Ой! Что делать-то дальше? Уже близко. Безопасно. Да я разберусь с ними. Давай. Сейчас помру. Да, перемотаюсь. А то меня сейчас расфальцуют эти бешеные. Дверь-то откройте. Киллиан, это я. Открывай. Тут нет друзей, да? Киллиан, отвлеки их. Как он пробежал рядом. Киллиан, блять, открывай. Киллиан, чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох. Засранец! Задержи их! Давай! Открой, Киллиан! Учись, зараза! Дерись, как дьявол! Куда ты лезешь? Пошел отсюда! Дерись, как дьявол! Пусти меня! Черт, их до хрена! Пошел отсюда, сказал! Пусти меня! Ты за это заплатишь! О, мы справились. Буду защищать. Сомневаюсь, что это все. Беда не приходит одна. Иди. Вау! Сразу вдвоем. Быстренько обыщем. Подожди, я. Нам нужно внутрь! Я пытаюсь! Где отсюда? Я знаю, что ты там! О, какой у него гамонный. Это последнее? Думаю, да. Помоги мне. Сейчас, иду. Вау, вау. Вау, вау. Нам пиздец. Кажется, нас сейчас расфальцуют. Эй. А, получили, засранцы. О, черт, Киллиан! Я думал, нам все. Ты бы еще подождал. Я бы так и сделал, но не хотелось утром отскребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Ты в глазок посмотри. Нет, это редкость. Или пусти нас, или это будет еще большей редкостью. Какие хорошие люди везде. Пускай. А это кто? Дед Пихто. Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Расскажем правду. Как ты проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Все, разблокирована безопасная зона убежища Киллиана. Ты же ух ты!
Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. У тебя, я смотрю, тут стримерская комната. Куча мониторов, наушники. Даже в клавиатуры беспроводные, системники. Ладно. Кассета. Можно поговорить с ним. Возьмем кассету и поговорим. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее, розеток. А ты мог бы просто готовить. Просто мог готовить, конечно. Вы с Хаконом давно друг? Ты, Хакон, знаете? Вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Черт, фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы отдать целое состояние за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. А где? А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Большинство не выдерживает. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Так, где моя... А, нет, где я могу отдохнуть? Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Хорошо, что не в шоколадный глаз. Вроде ты хороший парень, но... Послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Я по лицу вижу. Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего не сделать. Куда Хакон пошел? Я переживаю за него. Не хочу его потерять. Классный чувак. Так, тайник. Как вот чинить, я не знаю, оружие? Прочность. Это все за делюкс, а вот это дают за ультимейт. Зелье ночных бегунов, искусный расходник. Секретное зелье ночных бегунов, которое, по слухам, улучшает внимательность. На всего лишь на 120 минут, 2 часа. Мы сейчас не будем это использовать. Это тоже какой-то расходник. За предзаказ. Достать до неба все. Нужно стремиться ввысь. Всем нам нужно стремиться ввысь. Так. Ну пока пусть. Пока не будем. Единственное, нам нужно вот убрать. А, нет, оружие, глядите, с 9.24. 24 максимально, пока я могу. Навыки, очки паркура и очки боя у меня нету пока. Больше прыгать, больше драться. Ну ладно, ложимся спать. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая.
куда-то идти сказал. Это я заберу. Я думаю, тебе это не пригодится. Можем выйти, кстати, здесь. Погода не самая лучшая. Может, я полежу здесь? Короче, можно и там выйти, и там выйти. Ночная вылазка. Ночью город наполняют зараженные. Безопаснее передвигаться по крышам. Избегайте плакальщиков любой ценой. Увидят, если они вас увидят, поднимут уши остальных. Уши, говорю. На уши. Начнется преследование. Во время преследования ищите укрытие на крышах или прячьтесь в уф-свете. Понял? Держись, крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Знаю. Не хотелось бы с ними встречаться. Кто-то меня видит. Как ты вез туда свою вторую жену? Ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Так. Что я думаю? Продолжить? В следующей части или пойдем? Подожди, куда мне надо? У меня хилок нет? О май гад! Так, ремесло. Создать максимум сразу. Зачем нам тыкать по одной? Все. Что-то не хочет перемотаться. Крикун. Я видел крикуна. А вот он, подо мной. Плачущий. Плакальщик. Так, надо встретиться с Хаконом в больнице. Ладно, закрываем. Погнали. Да их тут целая куча. Поторопись, Эйден. Мы должны выйти из госпиталя до рассвета. Утром здесь будет полно зараженных. Так, у меня 3 цели, и все они сюжетные. А, они завершены, завершены. Ладно, мы пролог, интересно, прошли или нет? Так, перепрыгните на перекладину, чтобы схватиться за нее. Ау! Упал. Так, все херня, Миша. Давай заново. Опа, это что такое? Оп. Оп. Тра-ля-ля. Все, и фурёка вся кончилась. На 4-ю бы не хватило. Ай, не перелететь бы. Ничейная земля. Хаунтфилд. Замок сломан. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Так, я вижу схрон. Главное, не... Интересно, фонарик их привлекает? Бля!
Стоп, что это я так порезался, а? Вау! Так. Очень много зараженных. Второго уровня. Встретитесь с Хаконом. Куда идти-то? Идите. Встань ты. А, вон туда надо идти. Уйди. Так, ну мне надо это. По голове и максимальный урон. Ай. Тихо. Почему мне сюда направляет, а? Мне что-то оружие, помочь мне надо. Всех перебью вас. Ай. Карусель. Все, устал. Уйди. Добью их. Хохотальник у тебя. У них можно все интересное найти. Всякие предметы. Тряпки. Раньше попадалось, что... А, ну сейчас тоже попадается, что пусто. Ладно, продолжим в следующей части. Не переключайтесь. Скоро вернусь. Адьос, вердерчи. Bye-bye.